рассмотрению завершающую корректировку текущего года проект решения Назарского городского совета о внесении изменений и дополнений в решение Назарского горсовета 4 декабря 2022 года за номером 412 об утверждении бюджета городского округа города Назарово на 2023 и плановый период 2024-2025 годы. Предлагаю внести изменения в доходной части. Произвести увеличение безвозмездных поступлений на 13,6 миллиона рублей. Это содержание обеспечения деятельности системы образования 10,4 миллиона рублей. Финансирование обеспечения расходов по увеличению заработной платы работников муниципальных учреждений культуры подведомственных муниципальным органам управления 3,3 миллиона рублей. Произвести уменьшение за счет безвозмездных поступлений на 2,3 миллиона рублей, в том числе на государственные полномочия по организации обеспечения отдыха и оздоровления детей 1,4 миллиона в соответствии с фактическими расходами, софинансирование организации бесплатного горячего питания 915 тысяч в соответствии с фактом. И также предлагаем произвести изменения и уменьшить плановые показатели по видам дохода в сумме 19,8 миллионов рублей за счет бюджетного кредита и внести изменения в плановые показатели по видам дохода в соответствии с фактическим поступлением согласно приложению. Всего доходная часть бюджета у нас уменьшится на 6,6 миллиона рублей и составит 2 миллиарда 40 миллионов 370 тысяч рублей. В расходной части предлагаем внести следующие изменения. Увеличение произвести за счет безвозмездных поступлений в размере 11,3 миллионов рублей в соответствии с доходной частью бюджета. Кроме того, произвести увеличение расходов за счет бюджетного кредита на 12 миллионов, в том числе на оплату труда по муниципальным учреждениям отдела культуры для доведения показателя до уровня указа президента. Заработная плата по МАУ США, оплата труда с начислением по администрации, а также выплаты по решению суда выкупной цены за жилые помещения, расположенные по адресу Арбузова, 86, строение 1, в сумме 6 245 тысяч. Хочу сказать, Владимир Дмитриевич, что на комиссии сумма у нас была в размере 7,3 миллиона рублей. Работа сейчас уже проводится практически, то есть дошло до выплат, и средства проходят, и выяснилось, что есть все-таки обременения по одному из жильцов. Соответственно, сумма у нас уменьшена, расходы перераспределены на учреждение культуры для отведения показателя. Также мы вносим изменения между программами. Приложение здесь достаточно объемное, я его зачитывать не буду. Между программными и непрограммными расходами, то есть часть средств сэкономленных либо оставленных, имеющихся остатки по торгам, по больничным листам, или распределены на дополнительные нужды. Всего расходная часть бюджета у нас увеличивается на 23 482 000 рублей, составляет 2 миллиарда 97 252 тысячи рублей. Объем дефицита бюджета составит 56 миллионов 881 тысячу рублей. Дефицит у нас состоит из кредита в размере 40 миллионов рублей и из остатков на счете на начало года, на 1.01.2023 года 16,8 миллионов. Остатки у нас складывались за счет собственных доходов на начало года и остатки краевых средств у нас были по переселению и по ремонту стадиона «Шахтер». Также необходимо нам будет внести небольшие изменения в плановый период 2024-2025 года в части софинансирования муниципальных программ по формированию современной комфортной городской среды. И еще один момент хочу отметить. Мы заявляли еще 29 миллионов рублей в части дом кредита по... на конец года на погашение текущей задолженности. Средства у нас перераспределены, мы нашли источники краевого бюджета, и мы не оформляем эти 29 миллионов. То есть у нас объем